Всем привет, девчонки! И сегодня я хочу поднять очень интересную тему. Женщина, ради которой мужчина готов на все. Так что это за женщина? Есть женщины, ради которых, да, мужчины едут сквозь города, сквозь страны, чтобы просто ее увидеть. Везут букеты цветов, везут бриллианты. А есть женщины, ради которой мужчина даже трубку не возьмет, не то что приедет ради нее. Так в чем же секрет вот этой вот женщины, ради которой готовы на все? Все дело в состоянии. В состоянии легкости, в состоянии игривости, в состоянии флирта. Рядом с такой женщиной мужчина просто кайфует и получает удовольствие. Поэтому его тянет к ней как к магниту. Он с ней кайфует, он от нее заряжается вот этой легкостью, вот этим позитивом, вот этой вот классной энергией. Всем привет! Мне вот интересно, одно меня тряхануло от слова «девчонки». Меня раздражает, когда взрослые бабы себя так называют. Ну да ладно. Знаете, по сути, кого написала? Женщину с деморежимом, либо любовницу. Вот у них всегда такое лайтовое состояние, с ними весело, с ними хорошо. А потом начинается семейная жизнь, семейный быт, носки, дележка территории, я не знаю, семейные траты, болячки, поносы и прочее, прочее, прочее. И все. Где же то волшебное состояние? Ну где? А его нету, потому что семья — это хардкор. Так вот, поэтому можно быть такой ванильной и легкой только в том случае, если ты либо не жена, либо любовница.